Никита Ермаков забил сегодня дебютный гол за ПФК ЦСКА. Наше поздравление. Но ну, сначала пару слов по матчу. Спасибо большое за поздравление, но сегодня был тяжелый матч. Мы отдали все силы и получилось выиграть соперника, заработать три очка. Было какое-то предчувствие, что забьешь именно сегодня? До этого голевые уже отдавал, а вот сегодня гол. Безусловно, хотелось забить, что и получилось. В целом, как оценишь наше выступление на первом групповом этапе? Мы на первом месте в группе. Ну, заработали максимум очков, была хорошая работа на сборах, вот и, думаю, показатель. Чего ожидаешь от второй части чемпионата? Нужно удерживать первое место. Ну, прежде всего, на тренировках выкладываю 100%, и думаю, результат придет и будет соответствующий.